Привет всем участникам и зрителям шоу на экране. Сейчас я вещаю для вас еще из месяца февраль, несмотря на то, что вы сейчас находитесь уже в марте. Расскажу вам, что здесь происходит. Здесь происходит то небольшой шаг мой для участия в этом шоу. Скорее всего, прежде чем увидеть это видео, вы его уже ждали, потому что, я думаю, я об этом упоминал. Вот эта вот юная особа когда-то говорила мне: научи меня бить татуировки. И, собственно, вот это сейчас и происходит. И сразу же открою небольшую завесу тайны. Мы будем бить на вот эту часть моего тела, которая уже побрита. Чуть-чуть посильнее размажь. Которая уже побрита, логотип шоу на экране. Это будет выглядеть вот так. Вот здесь. Хорошо. Так, подержи, я переведу. Да, все, оставь. Не трогай, не трогай. Видно? Угу. Вот так это будет выглядеть. Вот такой вот у нас замечательный рисунок. Тимур Бекмамбетов. Квартира мне нужна. Как вы видите, идем вот на такие жертвы. Что ты хочешь сказать? Начни с... Низа. Да, начни снизу, во-первых. Вот эту черную делай. Одна у тебя короче, смотри. Одна длиннее. Глубоко только не суй. Ладно. Ну что, татуировка практически готова. Так что логотип реалити-шоу на экране теперь всегда, навсегда в моей жизни. И даже 2 недели после нее. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Сейчас последние буковки, и все будет закончено. Я вам покажу обязательно. Конечно, Анастасия у нас... То есть я пошел на шаг, когда сделал вообще ваш логотип, но еще и пошел на шаг, когда дал... человеку в руки машинку, который никогда не делал татуировки. Но в целом вот так. Вот такой вот логотипчик. Да. Всем голосуйте за меня. Я самый отчаянный участник. Спасибо за ваши задания, за ваши голоса. Всех обнимаю. Казань за Калашникова. Ну и вся Россия, конечно, тоже. Чё ж свой город подтянуть.